Мікрорайон «Молодіжний» – частина найбільш густонаселеного району Мирнограда. Тут розташовані три великі школи. Природно, що і дітей більше, ніж в інших частинах міста. Не можна сказати, що їм нікуди піти, але професійного футбольного майданчика зі штучним покриттям тут не було. І проект «Давай грай», який тут втілили в життя – частина пріоритетів компанії «Донецьксталь». Компания «Донецьксталь» имеет ряд приоритетов своей деятельности. Безусловно, это развитие предприятий, входящих в компанию «Донецьксталь». Это развитие сотрудников компании и предприятий компании «Донецьксталь». И третье – это развитие городов, развитие регионов, где живут наши работники, где живут члены семей наших работников, где живут наши дети, наши ребятишки. И сегодняшнее событие – подтверждение тому, что мы идем в намеченных направлениях, то, что мы реализуем эти направления. Немає таких людей, які б хоча б раз у житті не грали в футбол. І справжні зірки гри мільйонів за допомогою професійних тренерів виходять якраз з таких майданчиків. В рамках проєкту «Давай грай» представники футбольного клубу «Шахтар» проводитимуть тут тренування. Помимо того, что детки у нас занимаются на безоплатной основе, это не значит, что он просто занимается и все. Ребенок с проекта «Давай играй» может даже попасть в Академию футбольного клуба «Шахтер». Наши селекционеры просматривают очень активно наш проект, и уже несколько детей занимаются в нашей Академии, и даже один из детей уже стал чемпионом Украины. Пустир, який перетворився в місце для гри мільйонів, подія, яка вселяє надію на подальший розвиток міста. Юні футболісти знають, що тепер вони точно стануть тими, за кого в найближчому майбутньому будуть боротися світові футбольні клуби. Я бы хотел бы играть за клуб «Шахтер». Это очень классно, потому что мы раньше играли, ставили две бутылки и играли на них. А сейчас есть поле, хорошее поле, и мы на нем будем играть, проводить тренировки. В нашем городе почти таких полей нету. Но мне это поле очень нравится. Мы с друзьями строили тут недалеко, тут вот, возле магазинов, мы возле деревьев ставили там сверху и выходили ворота. Тепер є це дуже круте поле, і ми тут будемо зі своїми друзями грати. «Давай грай» – проєкт, відкритий для партнерства. І «Донецьксталь» спільно «Шахтар» «Сошел» в містах присутності реалізує його вже вдруге. Влітку був Покровськ, зараз Мирноград. Мер міста у своєму вітальному слові підкреслив, ПрАТ «Донецьксталь» вміє слухати людей і робити те, що їм дійсно необхідно. Благодаря подписанному меморандуму компании «Донецьксталь», платформе спільних дій и городского совета, мы уже реализовали 6 проектов. И еще в ближайшем времени мы реализуем 4. Но сегодняшний проект, он немного выбивается из общей такой категории. Не только по своим масштабам, не только по затраченным средствам, но и по тому, для кого он предназначен. Он предназначен для большого количества детей, которые могут здесь заниматься спортом. Майданчик буде відкритий для всіх бажаючих, буде розроблено розклад тренувань. Для занять дітям подарували футбольні м'ячі з логотипом футбольного клубу «Шахтар». З відкриттям футбольного майданчика в рамках спільного проєкту «ПрАТ «Донецьксталь» та «Шахтар Сошел» можна вважати, що професійний футбол почав розвиватися в Мирнограді. Мне кажется, для нашего города это очень важно, очень интересно, так как много детей не задействованы в каких-то спортивных секциях. Но при такой поддержке, тем более такой популярной команды «Шахтер», за которую в основном и болеет большинство жителей этого города и ближних, я думаю, это очень круто как для детей, так же и для родителей. Молодцы. Почаще, побольше таких мероприятий, открытий футбольных полей, и можно придумать, может, что-то еще даже. Не только для мальчиков, девочек футбол, но может что-то где-то. Баскетбольные площадки, волейбольные. Ну, а там уже по обстоятельствам. Наш ребенок только вот в сентябре начал ходить. Мы надеемся, что у него будет получаться, пока желание есть. Ну, я думаю, это очень хорошо для нашего города. Побольше таких бы проектов, и тогда, я думаю, поменьше будет у нас негатива, больше позитива будет в нашей жизни. І вже після спільного фото генеральний директор ПрАТ «Донецьксталь» Ільдар Салеєв зізнався, як вболівальник «Шахтаря» та батько 11-річного футболіста, він точно знає, такі поля – це те, що дає можливість розвиватись майбутнім зіркам великого футболу.
Очень хочется, чтобы у нас росло молодое поколение, здоровое, сильное, самодостаточное, которое, знаете, умеет побеждать и которое хочет идти вперед, хочет побеждать. Поэтому вообще спорт для молодого поколения, он очень важен. А когда есть инфраструктура, когда есть хорошие футбольные поля, когда есть хорошие тренера, это становится не просто интересно, это становится еще результативно и перспективно для ребятишек, для детей. Дитячий футбол – це більше, ніж спорт. Це гармонійний фізичний та психологічний розвиток, вміння грати в команді, можливості для опанування своїми емоціями, сльози від поразок та захвати від запоморочливих перемог і надії, що так буде завжди.